Сколько у наших ребятишек поводов для слез, а сколько для радости? Много будней. А вот праздников в году столько, что пальцев хватит пересчитать. Кое-как с десяток наберется. День рождения, Новый год, юбилей, 8 марта. Вы всегда знаете, что подарить и чем удивить гостей. Любые праздники могут превратиться в головную боль, если не знаешь, что придумать в качестве развлечения. Ведь дети хотят настоящего. Настоящий Новый год, настоящий выпускной из начальной школы, настоящий праздник. Что это такое? Настоящий – это не как у детей, не детский. Конечно, ребятишки и в 10, и в 13 лет по-прежнему любят сладкую вату, аттракционы, яркие цвета и шарики. Они обожают прыгать, бегать и веселиться. Но школьники все же привередливее малышей из детского сада. Они не готовы просто угадывать загадки, топать и хлопать. Дети хотят настоящего шоу. Яркого, неожиданного, нового, театрализованного. Сегодня мы попробуем именно такое – серебряное безумие, которое открывает Мисс Мэджик. У меня уже несколько дней отвратительное настроение, просто ничего не хочу, все раздражает. В общем, нет настроения у меня. И сегодня я как раз-таки собралась заняться созданием такого эликсира радости. Мисс Мэджик немного капризна, и этим сразу нравится зрителям. По сценарию она сама скептик и не верит, что праздник получится. И дети сразу включаются в игру. Дуй! У кого еще хорошее настроение? Нет. Дуй скорей! Дуй! Быстрей! Скорей, скорей, чтобы не убежало хорошее настроение! Дуй! У меня плохое! Фокус получается в зависимости от того, как зрители постарались, и они стараются все сильнее. Опа-на! Вот оно, оно! У кого еще? Меня. И у тебя есть? А ты не отдашь, а я сейчас его найду. Наверное, оно... О, вот оно! Вот же оно! А теперь нам нужно с вами волшебное заклинание. Итак, протягиваем снова руки на счет три. Раз, два, три... Крибли, крабли, боус! Что это? Все? И это все? Конечно, нет, все только начинается, ведь дети вызвали волшебную тучку, которая приносит отличное настроение. Смотрите-ка, действительно приносит. А дальше тучка интригует. Она берет бензопилу, а нет, воздуходув, и начинается драйв. Серебряные нити, сияющие в воздухе, настоящий источник безудержного веселья. И хочется кидать и ловить, в них хочется купаться. Серебряный дождь очень мягкий, нежный, приятный к телу. В него бы зарыться и спрятаться, обкидываться, хочется всего-всего-всего-всего и сразу. Мэджик и серебряное безумие – это огромное поле для игр и импровизаций. Тут можно поделиться на команды и делать салюты, проводить конкурсы на самую большую кучу, танцевать, сиять. Это настоящее волшебство, которое пробуждает в ребятишках воображение. Они с удовольствием сооружают парики, одежду и бороды, вдохновенно проводят показы мод. Здравствуйте! Вы в программе «Красивый день». С вами я, модельер Кутюрье Андрей Терье. А в этой программе мы будем перевоплощаться в разные образы. Например, мы сегодня будем наряжаться в капельки дождя, приматывая к своим рукам, пальцам, голове и шее разные блестки. Я капля ртути, у меня все из блесток. И ресницы, и волосы. Все. Камера как зеркало? Ну-ка, как я выгляжу? Мне кажется, чего-то не хватает. В общем, из этих блесток можно делать любые парики. Обычно мы записываем в каждой программе стендапы, когда журналист стоит в кадре, а я в кадре лежу. Фольгой можно покидаться, делать салют. И это очень весело, потому что можно играть и с друзьями, и с взрослыми. Дождик, это здорово! Спасибо, Тучка! Сегодня с нами играли Тучка и Мисс Мэджик. Они нам подарили хорошее настроение, а мы его подарим вам.